Ах-ах-ах. Зритель, привет. Вообще у меня на голове была вот эта хрень. Но она в итоге снялась, потому что равновесие держим. Кому-то очень интересно. Ай. Или в чашку с чаем прыгнуть. Или вообще вот это. На стол. Кстати, зритель, если ты хочешь стрим с котиком, а я давно стримы не делала, то дай знать в комменты под этот ролик, я его даже монтировать не буду, сейчас просто так вот залью. Я вчера на телефон снимала, но надо монтировать, потому что там не совсем так. Короче, срезать то, что не получилось. Ой. Она как раз по мне ползала, и я вроде, возможно, была с этой фигней, которая внезапно, вау, лечит голову. Нет, мурашки я не чувствую, но... Короче говоря, я хотела... Все хочу сделать стрим на одну тему, которую меня все просят. И хотят, типа, как бы видео, но как бы... Стрим же тоже видео, его можно потом присмотреть. Кто не увидел, да? И вопросы мне даже продублировали, я даже их заложила в компе, в смысле, в электронной почте. Можно даже с телефона их будет почитать. Но у меня все что-то как-то не получается. Я подумала, что может сначала сделать стрим с кошечкой, куда-то она свалила. Так что, зритель, если хочешь стрим с кошечкой, я надеюсь, у меня тут аудио от видео не тормозит, потому что я вообще сейчас пишу на эту камеру, даже не протестив стримовую, но она у меня подключена к той фигне, которую я обозрела, но еще даже не смонтировала. Короче говоря, вон кошечка в кадре, то дай знать в комментах. Я завтра, воскресной лёльки завтра не случится, но у нас товарищ Путин вроде как объявил 10-дневную золотую неделю выходных. Ну, в Японии там золотая неделя, а тут практически золотая неделя 10-дневная. Я совсем недавно узнала, так охренела. Раз это выходные, то большинство людей будут не работать. И если захотите стримик, то дайте знать в комментах. Я на следующей неделе, начиная с понедельника, в какой-нибудь день досвояю. Пока. Котик у меня ускакал на кухню.